отпустить этот мост. Наверняка мы выйдем отсюда. Смотри, тут еще. Это Эмир. Мама начинала про него рассказывать, но я был еще маленький. Великаны рождаются у него из-под мышек? Один пронзает его копьем? Что это? Теперь он застрял с другой стороны. Мне никогда не надоест взрывать штуки. Кошмары! Стало холоднее. Наверное, мы почти на вершине. Yeah.
Сын. Слушаюсь. Любопытно. Уже скоро, мам. Смотри, вершина! Мы совсем рядом! Твой колчан. Лямка лопнула, когда мы дрались с драконом. Ничего, вроде держится. Стой! Сломанный колчан замедляет стрельбу. С болью можно мириться. С плохим оружием нет. Пока сойдет. Хорошо? Да. Иди. Спокойно, гляди под ноги. Хорошо, продолжай. Должен быть путь наверх. Ты ведь тоже это слышишь? Да, помолчи. Как чувствуешь себя, приятель?
на тебе тот язык. Человек, что приходил к нашему дому. Ты же вроде убил его. Шш. На этот раз ты не один. Видимо, дело важное, раз сыновья Тора почтили меня своим присутствием. Ну что, до сих пор из шкуры вон лезете, чтобы впечатлить папочку? Судя по следам, татуированный человек теперь ходит с малым ребенком. Куда они держат путь? Ну а мне-то почем знать? Ты же все-таки умнейший из живущих. И умнейший из умерших тоже. Ты поможешь мне, а я тебе. Скажи, где они, и я поговорю с Одином. Твой отец не освободит меня, Бальдр, и не даст тебе меня убить. Тебе нечего предложить мне, так что бери свои вопросы, свои угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай. Мы еще вернемся. И выбьем тебе второй глаз. Не забывай, мы повсюду. Так и будет, правда? А, ну вот и вы, легки на помине. Татуированный человек и малый ребенок. Пройди за ними следом, убедись, что ушли. Да мы же видели. Делай, что сказано. Он не знает, кто ты. И меня это устраивает. А? А ты кто? Я величайший посредник для богов, великанов и всех созданий девяти миров. Здесь я знаю каждый уголок, говорю на всех языках, знаю про все войны и все сделки. Мое имя — Мимир. Я умнейший из людей. И могу ответить на все твои вопросы. Зачем мы нужны сыну Одина? Ну ладно, в моих знаниях бывают пробелы. Один заточил меня здесь уже 109 зим назад. Я умный малый. Я догадаюсь. Обещаю, ты дай мне время. Да ушли они, ушли, как я и говорил. Мать мальчика умерла. Она чтобы хотела... Чтобы мы развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров. О, братишка, так тебе нужно совсем не сюда. Самая высокая вершина-то не в Мидгарде, а в Йотунхейме, в стране великанов. Нет! Не может этого быть. Взгляните. Это самый последний известный мост в Йотунхейм. Видите гору, похожую на огромные пальцы, царапающие небо? Вот самая высокая вершина. Не это. Может, пойдем по мосту? У нас есть Беврёст. Когда великаны разрушили все мосты в свою страну, этот они закрыли тайной руной. И знать эту руну может только великан. Но все они очень давно покинули Мидгард. Верно. Но сегодня ветра судьбы подбросили вам странное совпадение. Ведь есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда. И, к счастью для вас, я сегодня не занят. Мы ведь идем в Йотунхейм, да? С точки зрения тактики, это лучший и единственный выход. Лишь туда за вами не пойдет тот, кого нельзя убить. Что надо делать? Ура! Для начала отрубить мне голову. Чего? Ни одно оружие, даже молот Тора, не освободит мое тело от этих оков. Но, к счастью, тело и не нужно.
Надо лишь найти того, кто оживит мою голову с помощью древней магии. Магии? В лесу живет ведьма. Она это умеет. А захочет? А сможет? Попробуем. Не сможет. Ты будешь мертв. Он ведь пытает меня. Каждый день, брат. Один занимается этим лично, поверь мне. Его фантазия безгранична. И так каждый день. Это не жизнь. Ну ладно. Я не могу на это смотреть. Брат, сперва послушай, мало ли как оно. Мальчик, чем позднее ты скажешь ему о том, кто он, тем хуже. Он возненавидит тебя и никогда не простит. Есть многое, о чем он не должен знать. Да? Значит, твои тайны для тебя важнее сына. Ну все, я рублю тебе голову. Я не против. Затерянный мир великанов. Это... Не ко времени. Ну да, я это и хотел сказать. Это мост в Йотунхейм? Он похож на те странные двери. Наверное, Мимир поможет нам во всем разобраться, если мы его воскресим. Ты помнишь путь к дому ведьмы? Да, он в лесу с кровавыми листьями, к югу от озера. Я знаю, куда идти. Надеюсь, она вернулась из Альфхейма и оживит Мимира. Он был хороший, а ты ему голову отрезал. Сойти. К нам в дом пришел Бальдер, один из асов. Бальдер! И ты с ним сразился и победил. Да. Сын Одина, брат Тора. И теперь он ищет нас со своими племянниками. Что ему надо? Если оживим голову, спросишь. Ладно. Глупо, конечно, но я надеялся, что мы найдем на той горе великана. Видать, они и правда все ушли. Ну, кроме змеи. Он, наверное, последний в своем роде. Ты тоже последний из своих, потому не любишь говорить о... Своих? Ну, я про твою семью, да меня и маму. Откуда ты родом, кто мать и отец? Не время сейчас для этого. Понял.
Прыгаем. Правда? Это плохая мысль! Пожрать спокойно. Я же не ору тебя над ухом, когда ты у себя в пупке ковыряешься. Оставь его. Да чтоб... Вы уже нарушили мое одиночество. Можете составить компанию. Мы не голодны. Славно. Я вам и не предлагаю. Видели твоего брата. С чем и поздравляю. И небось опять дали ему вдосталь поизгаляться над моим топором? Ну, показывай. Этот засранец не сможет найти баланс, даже если надо отбалансировать свои яйца. Он там не отощал? Так лучше. Ну и что вам еще надо, а? Когда Синдри уходит с головой в работу, он даже пожрать забывает. А если и вспомнит, поди заставь его нормальной горячей жратвы состряп. Похоже, в семье весь аппетит мне достался. Как и мозги. Скучаешь? По этому придурку? Да вот еще. Ну просто... Слушай, ты бы шел уже, а? Хватит жужжать над ухом. Я уже устал от тебя. До встречи. Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Как попасть обратно к ведьме, сын? Сперва найдем лодку. Хорошо. И куда мы направимся теперь? Вон там, за большой статуей Тора. Еще короткие полезные истории. Хорошо. Одна крабиха однажды начала ругать своего сына. Она говорила ему, что он должен гордо шагать вперед, а не в бок, как он делал всегда. Но она ведь тоже краб. Он мог сказать: покажи, как идти прямо, и я пойду.
Да, он так сказал. Вот и вся история. Понял. Ты видел вон там? Там башня? Не вижу башни. Мерещится, что ли? Похоже на водяное колесо, то есть подводное колесо. Ты что, засмеялся? Нет. Точно нет? Точно. Я не смеюсь. Да я знаю. Неко над могилой отца стоит убийца моей матери. Почти. Найти бы оставшиеся части диска с шифром. Разобрались.
Может, еще историю? Еще одну. Есть история про лесоруба. Он попросил у лесных деревьев ветку для топорища. Не сейчас. Потом закончим. Ладно. Что интересного расскажешь? Есть история про лесоруба. Он попросил у лесных деревьев ветку для топорища. Деревья, чтобы сохранить свои ветви, дали ему молодое деревце. Лесоруб сделал топор, а когда вернулся, то срубил самые старые деревья в лесу. То, что деревья старые, не значит, что умные. Можно причалить здесь. Сокровища разных миров. А Фафнир бывал в Альфхейме? Я не знаю. Тебе что, не интересно? Мне интересно. Мы идем в это хранилище, чтобы взять что-нибудь полезное для дела, а не чтобы узнать побольше о гноме. Бедный Фафнир. От амбиций до алчности всего один шаг. Не ходи, где попало. С тех пор, как ушли все люди... никого хорошего не осталось. Не люблю обобщать, но
Обычно местные пытаются тебя убить. Ага. Разбойники. Ой, похоже, они успели первыми. Приемлемо. Что это там наверху? Заперто. Ищи другой вход. Атрей, сюда! Да, отец! Что это? Наверху что-то есть.
Ого! Круто! Новая карта! Пробрались внутрь. Надеюсь, не все унесли. Дурацкие горшки, хидраугры, никаких сокровищ и точильного камня. Не радуйся прежде времени, сын. Тогда не будет разочарований. Тебя застали врасплох. Просто не ожидал. Именно. Летит!
Следи за ними! И дурацкая стопля птиц. Здесь много того, что пригодится в дороге. А это главное, сын. Хотя многие сундуки уже пустые. Видать, разбойники побывали. Не унесли бы точильный камень. Хорошее предчувствие. Тут мы найдем точильный камень. Я уже говорил, не радуйся прежде времени, сын. Да помню я, помню. Но у меня предчувствие. Yeah.
готов. Вижу. То есть радоваться прежде времени нельзя. Надо готовиться к атаке, да? Это надо уметь. Всегда ожидать худшего. Не надеяться на хорошее. И всегда быть готовым к атаке. Главное не перепутать. Надеяться нельзя, но, может, мы его все-таки найдем? Нет. Валите. Пришел помочиться на мой труп, неблагодарный? А, кто вы такие? Мы ищем точильный камень. Ты не видел? А, был в этом зале один. Мой сын наточил на нем кинжал, которым потом пырнул меня в спину. Что? Этот ублюдок думал, что пора ему стать капитаном. Да, я его не баловал. Чему тут удивляться? В его возрасте я также поступил со своим отцом. Он убил своего отца? Где он теперь? Он хоть и ублюдок, но он мой ублюдок. И помогать вам я не стану. Значит, поможет кинжал. Эй! Он мой! Эй! Идем, сын. Нам пора. Подавись!